Открытие выставки «Пожарный» в музее, который носит имя художника, стало главным событием Дня памяти Аркадия Александровича Пластова, народного художника СССР, нашего земляка. Идея создать такую небольшую экспозицию для любителей живописи Пластова, которые обязательно в День памяти художника придут в музей, им захочется увидеть что-то новенькое, пришла в голову нам одновременно с внуком художника Аркадия Александровича, заслуженным художником Российской Федерации Николаем Николаевичем Пластовым. Он предоставил нам цифровые изображения. Центральное место экспозиции занимает картина мастера «Пожарник» Михаил Гусев. На парадном портрете пожарника, в роли которого выступает односельчанин Пластова, житель Преслонихи, особенно выделяется каска. Художник сумел передать все ее оттенки, любовно прорисовывая каждый изгиб. Каской восхищались, она бережно хранилась. Художник написал своего внука в этой каске. Потом вот у нас хранится в коллекции односельчанина, потомки которого живы. Они несколько лет назад были здесь и рассказывали, что дедушка прожил до 103 лет, что он не был никогда пожарником, а рубил дрова и валял валенки. Также на выставке представлены 6 факсимильных воспроизведений иллюстраций Аркадия Пластова к детской книге «Генфина. Пожарные», изданной в 1929 году. На тот момент Аркадий Александрович работал в издательстве Гавриила Мириманова в помощь школе и детям. Кроме того, экспозицию дополнил графический лист «Выборы комбеда» из собрания семьи художника, выполненный Аркадием Пластовым в 1940-х годах. Ирина Антонова, Герман Баранов, Улправда ТВ.